дивитися «Ексклюзив» – рубрику, де щовипуску ми розповідаємо про ексклюзивні події нашого регіону. Різкі жарти та відвертий гумор вчора у Краматорську, сьогодні у Сєвєродонецьку. Підіймати настрій мешканцям Донбасу приїхав український комік Валерій Житков. Ви готові до великої порції позитиву? Хол міського палацу культури у Сєвєродонецьку заповнюється майже битком, очікується аншлаг. От мені цікаво, за що ж так мешканці Донбасу обожнюють Валерія Житкова? А зараз дізнаємося. Скажіть, за що обожнюєте Валерія Житкова? За острий юмор. А ще? Просто нравится подача, то, что он как бы шутит с таким серьезным лицом. Говорит довольно-таки глупые вещи, но с серьезным лицом. За юмор, конечно же. А еще, как человек, подобается? Да, за шарм. За оригинальность, стилю и за гумор. За что подобается Валерий Житков? Прийшов знайомитися. А, ви не знайомі? Взагалі. Ви не знайомі. А що очікуєте тоді від концерту? Позитивні емоції. Здрасте, здрасте, здрасте всім. Здрасте. Як настроєння? Отлично, постараюсь не испортить его вам сегодня. Вообще обсуждать такие страны, как Германия или Франция, нам пока рановато. Надо присматриваться к тем, кто попроще. Не знаю, взять ту же Болгарию. Да? Вот тоже же у них что-то такое не то, не сё было. Потом потихонечку все пошло вверх. И знаете, что я заметил? Вот в Болгарии все стало налаживаться сразу после того, как оттуда уехал Киркоров. Может, совпадение, может, нет. Но в истории есть масса примеров того, что один человек тормозит развитие целого государства. Что далеко ходить, да? Вот нас Янукович сколько, 3,5 года назад убежал, и я думаю, всем до одного уже понятно, что наш Киркоров пока здесь. То випадку комік потрапляє в яблучко. Політика, медицина, зарплатні – всі жарти Житкова на злободенні теми, на які глядачі відзиваються голосним сміхом та оваціями. Зная Кличко, для європейців вполне логічно предполагати, що він у нас в країні не тільки найсильний, але й один з найсообразительних. Но если удалось все-таки сбросить пару килограммов, то женщину просто не узнать. Сразу самая откровенная блузка, самая короткая юбка, уверенность в себе, томный взгляд на всех мужчин без исключения. Эй, красавчик, как я тебе без 2 килограммов? Откуда я знаю как, да? Я-то те 2 не видел. Дві години проминули непомітно. Концертна програма Валерія Житкова «100 кращих сторінок» не залишила байдужим нікого. Посмішки з облич сєвєродончан не сходять і досі. Доброго вечора. Розкажіть, які у вас враження від концерту? Кстати, очень понравилось. Очень було душевно, весело, интересно. Очень понравилось. Що сподобалось? Все. Особенно про женщин. Ожидания были хорошие, но это превзошло все ожидания. Очень было интересно, весело. Интеллектуальный, да, юмор, вот это вот больше всего подкупает. И взаимодействие с залом просто супер. То есть он действительно, он заряжает. Вітаю вас на Луганщині. Ви кажете, що ви вперше у Сєвєродонецьку. Розповідайте, які враження від публіки. Публика очень хорошая, мне очень понравилось. Люди сначала, конечно, пришли немножко напряженные, видимо, не знали, чего ожидать от концерта, но где-то через 10-15 минут я уже понял, что все расслабились, объединились и стали таким единым целым, которое пришло получать хорошее настроение. А какие у вас секреты, чтобы снять напряженность? Наверное, в этом есть моя фишка, что у меня получается это делать, и именно поэтому я... Еще и скромный. Про що в Україні можна жартувати безмежно? Вторая моя програма обо всем. Якраз її главная мысль, главная цель этой программы – доказать, что не должно быть для юмора запретных тем, потому что как только мы научимся смеяться над всем, только после этого мы действительно можем считать себя свободными людьми. Вот это моя позиция, мой флаг, мое знамя, моя цель, если хотите. И именно этому я хочу посвятить оставшуюся часть своей творческой жизни.
Комік Валерій Житков прокачав Сєвєродонецьк своїми жартами. І поки що вони для нас завершуються, адже вже дуже скоро на Донбас приїде рок-гурт «Без обмежень». Тож заряджайтеся тепер уже роковим позитивом. Це був ексклюзив. Дивіться «Донбас Лайт». Побачимося!